как всегда, в темном углу Туба, с вами Вспончик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Видели, теперь враги тоже умеют кататься. Интересно, это страшно или так себе? Просто пугают меня. Надо будет сейчас проверить. Ничего, мой робот всем жару задаст. Ну-ка. Или мне сюда и надо. Блин, это старый железнодорожный вокзал. Не, подождите-ка, я хочу наверх съездить. Надо хотя бы на этой карте попробовать найти секрет. А то я их все попропускал. Я могу и сюда приехать. Зачем они меня так... Я теперь даже не знаю из-за этого, куда идти. Я ненавижу, когда в играх так делают. И там можно, походу, пройти. Какой из этих путей лучше? Ладно, посмотрим, что здесь есть. Не, вот здесь чекпоинт. Блин, я, по-моему, не выбрал не тот путь. Их тут два. Что тоже вполне возможно. Этот маленький робот, он удобный. Взял только что электричество, в него шпальнул, и этот рассыпался сразу. У него даже и шанса не было что-то мне противопоставить. Ничего себе, это я... Опасно! Это было близко, это то, что я успел затормозить. Еще бы чуть-чуть переднее колесо раздавило, а там, может быть, и мои мозги вместе с моим колесом оказались. О, а вы-то чего ждете? Пока я вас убью? Ну, вы дождались, я поздравляю. А где Лиза? Мы надеемся, что ты знаешь. Ух ты. Ничего себе. Наверняка начнет гонять где-то по улицам города. Прямо во время вторжения инопланетян роботов нам нужно ее найти. А робот, смотрю, крутая. Я могу туда перелететь. Но больше не смогу. О, нет! А, мне сюда. Я подумал, что все. Вряд ли я секрет уже найду. Потому что я тут еду каким-то путем непонятным. Ой, я его раздавил, он даже не успел никак среагировать. А, в смысле? А, все, я допер, куда можно добраться. Давай, поднимайся, ну же, еще чуть-чуть. Ты только не падай. А, ладно, мне сама не нужна. Ну, попробовать стоило. Ты чё ж меня так пугаешь? Я почему-то про тебя забыл. Надо же, первый раз кого-то с пистолетом. Нет, 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 давай назад, не стой на месте. Хотя бы меня не убивают прям сразу же. Блин, у меня как вообще не осталось. Опять я своего любимого персонажа угробил. Надо бы поменяться. Я-то думал, ты хреновый бесполезный персонаж, а на самом деле это тот принц. Бесполезен оказался. Они какой-то толпой улучшенный дрон. И что ты умеешь? Кроме того, что кричать. Или ты предводитель вот этой маленькой шайки? Ну-ка. На. Что это вообще дало? Улучшение мне какое-то. Ясно, ты мне ничего не скажешь. Мне даже можно было здесь. Так, кратчайший путь к острову лежит через грузовую станцию. Да, поехали. Поехали. Что мне еще остается? Мне их просто надо уничтожить? А чего здесь у вас? Ну да ладно как-то. Так, а там что у нас?
смысле? Это просто был безопасный путь, или по-другому я никак не мог бы сюда приехать. Я тут думал, что ты интересное нашел. А, я бы просто по-другому и не проехал. Блин! О! Чего? Что там? Мне дали какую-то подсказку, чтобы взглянуть сюда вот током, подниками секунды было. А если бы я еще умел это делать? А как это? А, все, я догнал. И что, меня из-за этого током не будет бить? А, неплохо. Подожди. Я же... Там не было даже... Это кто такой? Сейчас я тебя накажу. У вас тут еще и двое. А как тебе такое? Понравилось? Ты отхилился? Давайте тогда еще раз. А как от этих маленьких избавляться? С пистолета, наверное, только. Которые сразу ехать за мной начинают, потому что если в них врезаться с помощью регулярной пилы, они не дамаг наносят. Все равно. На. На детали разобрал. Опять он был, я даже не заметил. Я сейчас еще одного персонажа угробили, мне придется за принца играть. Может быть, здесь где-нибудь хилка будет? Я бы не отказался от нее. А где-нибудь с боссами тут встретиться? Я там видел подружки. Подождите, я не хочу пока. Да. Частенько меня просто-напросто не слушается. Патроны я уже взял. Где здесь есть секретка? Почему я ее не вижу? Как-то они слишком хорошо их начали ныкать. Поначалу я такой, хоп, их легко находить. Походу все найду, а теперь ни одну не вижу. Вон я опять покидаю уровень. И ничего не нашел. Это подстава. Ну, хотя бы мусора я неплохо так собрал. Но я опять истории не узнаю. Где у нас тут что-нибудь есть? Рэнди. У тебя все прокачано. Что это такое? Пускать гарпуны во всех направлениях? Это вообще как сделать-то так? Это ульта его? У Джеймса то же самое? Не, подожди. Неплохо. Мне нравятся его способности. А моего любимого что там? То же самое, просто крутится и взрывает всех. Мини-бомбы сами катятся под ноги врагу. Давай, конечно же. Кстати, как их использовать еще бы? Мне бы это тоже не помешало. Это, наверное, с разгона надо делать. Уменьшает получаемый урон от молнии. Пусть будет. За остальных я всего прокачал. Да есть что-нибудь интересное из облика? Не, нет. Обидно. Так как-то он покруче будет выглядеть. Давай.
тебя возьмем. Ну-ка. А здесь у нас что из покраски есть, интересно. Так более прикольно выглядит. Что? Что с тобой? Что это за мотик у него? Меня он совсем не радует. Зачем? Подожди, вернитесь обратно к Тосе. Нет, я не хочу выходить. Так, ладно. В город я еще не добрался. Я-то думал, я здесь уже все сделал. Случайная встреча. Ну, давай. Почему бы и нет, кого мы встретим? Найдите путь через район. Сейчас все будет, босс. Еще и парочку роботов с собой заберем. О, хорошая комбинация. Что, удерживайте? Добейте немедленных ячеек, удерживайте Б, чтобы использовать свою ту. Вот оно что. Ну, когда жопа будет вокруг меня, да-да-да, и тогда использую. Я во что-то врезался. Во что-то не видел. Это обычно... О, вот и босс! Твою же мать! Это что еще за чертовщина? Я уже видел его раньше. Ходячий бульдозер с лазерными пушками. Мне это не нравится. Да он киллер какой-то. Сейчас я тебя поимею. Твой глаз. Давай, иди сюда, на. Как тебе такое? Опа. Опа. Вот это он по мне попал. Так. Фух. Тут он несколько раз бьет, а потом у него рука застревает, да? Примерно как сейчас. И... Можно его пилить. Все, да он изичный. Что он мне сделает? А вот это я не знаю, что он собирается делать. Мне это не нравится. Ух ты. Это было близко. Дай мне патроны. Ух ты, а как от этого вернуться-то? И все равно попал. Он опять лазером собирается меня прожечь? Не, и все равно я не увернулся. Так, давай-ка персонаж поменяем, раз я все равно урон получу. Так хотя бы не за своего любимого. Блин. Я не вовремя отъехал. И он уже успел убрать руку, а тут неловко. Персонажа поменять. А, не, ничего, можно вернуть все. Опа, надо уезжать. Почему это считается безопасным местом? Дай мне потрошки. Так, попозже их возьмем. Ну все, кранты тебе. Что ты мне еще сможешь противопоставить? Такой здоровый, вроде бы на первый вид страшный, оказался таким сосунком. Да они там. Теперь это твоя могила. И это все. Фу, какая. Как думаете, он ушел? Пока что да. А, это еще не все. Ну пусть приходит, я снова его встречу с новым арсеналом. Буду уже подготовлен лучше, у него даже шансов не будет против меня чего-то сделать. Взрывные пули я себе открыл. Ничего себе. Вот за это спасибо. Я говорю, у него даже шанса не будет. Так, что у нас дальше?
увеличение урона наносимого от... отраженными выстрелами. Я выстрелы еще как-то могу отражать. Ничего себе. Так, постойте, это не то. А здесь у нас что? Наносит постоянный урон в течение некоторого времени. А что это у него способность такая? Ух ты. Это, наверное, круто. Пусть будет. Рано или поздно мне все равно за него сыграть надо. А вот у тебя нет никаких улучшений, да? Обидно. Что у нас там? Что-нибудь открылось, нет? Новенькое. Нет, все старое. Ничего нового. Нет, я не хочу выходить. Я почему-то думаю, что если я нажму на Б, то я выйду на карту. Найдено секрета. 2 из 7. И больше я их не находил, только в самом начале игры. Тут дробовик можно разблокировать, реактивный огнемет и ночной гонщик. А где я нашел разрывные пули, кстати? Они же где-то были, или они у меня сразу теперь есть? Или это какой-то облик? Ладно, потом посмотрю. Стартуем. Все началось месяц назад. Если хочешь разжиться добротным барахлом в прибрежье, вы даже не поверите, что туда вбрасывают горожане. Трубы, цилиндры, колеса, даже целые двигатели. В тот день я забрался далеко вглубь Фильярд, куда никто не ходил. Это было слишком самонадеянно. Внезапно мусор посыпался мне из-под ног, и я провалился в какую-то яму. Я думал, что мне конец. Когда я наконец пришел в себя, то увидел, что нахожусь в каком-то темном и прохладном месте, где-то очень глубоко под мусорной свалкой, а потом я увидел его. Он ничего не делал, просто парил полом, словно гравитации для него не существует. Так это, оказывается, из-за Тоси все это произошло. Он активировал какого-то монстра. И теперь весь мир в жопе из-за всего этого. Надо себе очков немножко поднакопить, а то я потратился так знатно. Так, подождите-ка. Смотрите, сколько дирижаблей, похоже на массовую кассу всего города. Бедолаги. Действительно. А я могу туда улететь? Надо было персонажа хотя бы поменять. О, я успел. Подставил. Я хочу наверх. Как это можно сделать? Там что-то есть, по-любому. А я даже не знаю, возможно ли это вот тут полететь с моими-то способностями кататься на мотике. Не, я больше не смог. А я, по-моему, отсюда даже не долечу туда. Там преграда, которую я даже если каким-то образом у меня сейчас... мины выпустил. А нет, туда можно было как-то попасть. Летун. Теперь они и есть даже. Ничего себе. Кто-то в живых остался. Но я уж туда не попаду. И все. У меня 14 патронов. Не, о, я могу теперь туда попасть. Нет, не в ту сторону! Меняем персонажа. На байкера нет, я зачем-то поменял на своего в конце. Поставил я сам. Опа, посидится. Это хорошо. Если бы я еще обратно не летел. Зачем-то. Чем ты стрельнул? Пальнул вообще в машину.
вопрос. От вас я ничего не оставлю. Вам лучше не вставать на моем пути. Хоп, и уничтожу. А это, думал, я сюда не доеду. А чем он так опасен? Вроде да, стреляет много, но он даже не летит за мной. Так, я хочу похилиться. Пока у меня есть такая возможность. Я могу сюда уехать. Не, поехали наверх. Там определенно что-то интересное. Я хочу именно туда. Я, конечно, и вниз бы мог съехать, но... Ладно. Ничего себе. Блин, я не перепрыгнул. Я даже не ожидал такого. Что я сюда попаду? Не, они там о чем-то разговаривают, я даже и не заметил. Надо бы хотя бы вниз сначала спуститься. А, нет, это было бы бесполезно. Я все правильно делаю. Не, я до туда не долечу, как бы я не хотел. Мне вот сейчас повезло. Не, подожди, я с тобой не закончу. Я промазал. Пришлось выстрелом добить. По-моему, этот персонаж самый крутой. Въезд в город закрыт. Под мостом есть пункт управления воротами. Сейчас доберемся. Ух ты, они меня тут... Пока я тут с вами разговаривал, они меня уже на запчасти разобирали. И у них даже почти это получилось. Спасибо. Подождите-ка. Туда приземлиться можно? Так, поменяем персонажа. А вот и секреточка. Вы только посмотрите на это. Ха! Я наконец ее нашел. Ничего себе, куда они ее спрятали. Я совершенно случайно сюда попал. На, иди туда обратно, куда ты вылез. Ну, больше секретов здесь никаких-то не найду. Здесь только назад можно приехать. А это весело так врагов на запчасти разбирать. С помощью своего байка катаешься, всегда. С помощью циркулярной пилы. О! Во! Действительно, их с пистолета только можно безопасно убить. Или он во что-то если врежется. На, всех разобрал, здесь никого не осталось. Надо было, кстати, похилиться немножко. Это у меня комбо уже такое. Кстати, я здесь могу сразу наверх. Успокойся, чувак. Или здесь теперь может быть больше одного секрета? Мне почему-то кажется, что если я сейчас вот по этим трубам поеду, я сразу наверх просто смогу приехать. Так, здесь была хилка. Во, вот он.
Я потихонечку как-то с управлением сосваиваться начинаю. Только единственное, в таких моментах еще немножко подтупливаю, это когда надо прыгнуть. Ух ты. А так вон, какие уже толпы могу вырубать. На, машину просто выкинул вместе с собой. Да, поехали. Ух ты, с прибытием в прибрежье, ребята. Где вас носило? Да мы к тебе ехали потихонечку, помаленечку, не спеша. Мы как бы не торопились, в управлении разбирались, самая быстрая гонщица. Надо будет посмотреть, насколько она быстрая. Опустите мост меньше, чем за 30 секунд. Да я вроде быстро его опустил. Не, я его долго очень опускаю. Ничего себе, помню, 5 летунов надо было с помощью разгона. Ну что же, да зачем это все надо? Я собрал мусора 30 тысяч, тупо за то, что я проехался по этим роботам. Ты ба, видик еще открыл. Способностей просто целая куча. Зачем это надо? Так. Сначала надо заползти в улучшение. Что у тебя там есть? Это ты с помощью какого-то огнемета? Ну-ка, во время прыжка поджигает врагов. Да, он, у тебя есть огнемет. Ха, неплохо. А что у тебя еще? Оставляет за вами огненный след. Ага. А смотрится это круто, ничего не скажет. Да, что там у остальных? Джеймс, у тебя что-нибудь есть? Джеймсу нечего прокачивать. Нет, больше никому из них улучшения не дали. Хроника прибрежья дирижабли. В 1932 году открылся первый маршрут для дирижабли из прибрежья Мичиган в Вашингтон, DC. За последующие годы в эксплуатацию были введены десятки маршрутов. Все благодаря гению Аурена. Именно он разработал систему автоматизированных станций на крышах высот, сделавших этот необычный вид транспорта настолько популярным в прибрежье. Сегодня никого не удивляет, когда кто-то говорит, ладно, слетаю-ка я к дочери в Нью-Йорк, а затем направляется к ближайшему небоскребу, где его уже ждет дирижабль. Спасибо, мистер Уоррен. Ну и плохо. Давайте дальше. Еще одно можно. Прокатиться немножечко. Или... А, не, время тут уже подходит к концу. Так что на этом все. В следующий раз прокатимся. Сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.